Я сегодня брут. Кстати, купил тут со скидочкой вот это вот говнецо. По-моему, абсолютное говно. Ну, раз купил, ну, знаете, как говорится, за что уплочено, должно быть проглочено. В детстве эта фраза звучала гораздо менее двусмысленно. Опс, что-то я не то сделал. Ну, неважно. Если она хоть кого-нибудь заденет... Ой, сколько там негодяев. Пригодился, ты смотри. Даже неожиданно. Ну ладно, пойдем развлекаться в генератор. Кого-то я убил. Водителя автобуса. Ну что я могу сказать? Не надо водить автобус в таких опасных местах. Ап-ап-ап. И тебя вылечим. Тьфу ты. Какой дерзкий пионер. Ладно, я не хочу. Не. Ну ладно, вон там моя фракталь что-то хорошее делает. На самом деле, фрактали такое абсолютно безмозглое оружие, что мне было бы стыдно немножко им пользоваться. Но это так приятно. Так что у меня стыд борется с удовольствием. Ну, в принципе, абсолютно человеческая ситуация. Нет. Естественно, флаг я брать не буду. Я большой тупой брут. Ну, лучше вот накидаю фракталей и умру от них же. По крайней мере, я немножко расчистил флагстенд. Блядь, что-то у нас на базе творится. Совершенно непотребное. А флаг стоит. Либо у нас обороны нет, тогда непонятно, почему флаг стоит. Либо у нас просто сплошные лохи. Это несколько больше похоже на правду. Почему никто никак не может убить генератор? Так же неправильно, нечестно. Ага, конечно. Черт, жалко, я его не убил. Я считаю, что у хэвиков должен быть более сильный дамаг от ударов рукопашки. Они больше, у них там сервомускулы больше. Все дела. Меч у них, опять же, длиннее. Размер имеет значение. Но, увы, наверное, это проблема движка. Unreal Engine 2004 это или как бы... О, черт, нет! Ну, твою мать. Ловите, друзья. И ты лови, дружище. Эх, не вышло. Знаете, по-моему, брут здесь относительно бесполезен. Мне кажется, настало время ломать генератор, раз никто больше это делать не может. Как досадно, когда команда не может ни в оборону, ни в атаку. Я бы понял перекос в одну сторону. Командир также. А вот это, кажется, у нас мерзкий снайпер. И как же я соснул, это что-то невероятное. Еще и мимо корабля пролетел. Пожалуй, я не буду аплодить этот матч. Мне банально стыдно. Так, вот тут, кстати, очень мерзкое место на крыле. Если там на лыжах лететь, то почему-то ты останавливаешься и получаешь дамаг. Неужели нельзя было отполировать это место? Очевидно же, что корабли в трайпсах нужно делать из расчета на... Твою мать. Нет, не из-за счета на твою мать, конечно. Ну, почти же убил. А из-за счета на лыжи. Ну, это не серьезно. А еще зато купил вот это говно. Арктический пистолет. Не уверен, что это хорошая идея, потому что меня смущает. По-моему, у ножей нету этой зависимости от скорости. А вот у этого говна есть. Или что-то в этом роде. В общем, почему-то им пользоваться неудобно. Никогда не любил пистолеты. Угу, конечно. Раз, два, три, все. О, нет, не все. Это я сейчас долбил клавиатуру, потому что ярость, испытываемая мной перед моим же скиллом ломания генераторов, это что-то невероятное. Еще одна, кстати... А, я же могу все это свалить на то, что это были фрактали... стики XL. Они нормальные. А значит, это не моя вина. Правильно? Ой, ой. Не, друзья.
Я лох нынче. Интересно, могу? Смогу попасть? Нет, не смогу. Ладно, проехали. Вот нахера ему глушитель, если все равно из невидимости при стрельбе выпадаешь? Нелогично. Ну вот, генератор сломали без меня. Сколько я говорю про их бесполезность, так они оказались еще и полезнее. Хуйня-то какая. О, кажется, тут сейчас можно получить неплохое развлечение. Дабл килл, трипл килл. Кватро килл. Неплохо, неплохо. Всего лишь нужно было быть в нужном месте с нужным оружием. Упс. Так, ну ладно. Я теперь буду инфильтратором нах. Ага, у этой сволочи что, тоже клоскомп есть? Хоть какая-то польза от этого пистолетика. Где там? Упс. Так, хорошо. 1-2 это уже лучше, чем 0-2. Как-то я его странно убил. Я как-то даже и не рассчитывал. Но это еще лишь одно подтверждение в копилку той идеи, что стрелять нужно всегда. Какой бы низкой вероятность ни казалось. Ведь можно попасть. Это я, впрочем, еще из батлтеха выучил. Столько невероятнейших бросков кубиков было в моей жизни. Ну вот, вот это был пиздец. Все из-за каких-то пидорасов, стреляющих мне в спину. Ладно, убили, так убили. Даже не попал ни по кому. Ну и ладно, в конце концов я инфильтратор. Защита не мое. Вот это было вообще говно. Пожалуй, надо делать вид, что FPS у меня все-таки не херово проседает, поэтому я ничего не вижу и играю гораздо хуже, чем обычно. Так-то я вообще бог. Но вы этого никогда не увидите. Так, один готов. Второй готов. Нет, второй не готов. Ну ничего, он еще умрет. Забавно, начали давать эйрмейлы. Ну, это мелочь, конечно, но, глядишь, пригодится нашим товарищам. Так. Успею ли я его? А, и не надо. У меня есть генератор, который нужно ломать. Твою мать, сейчас я, кажется, умру. Ну, надеюсь, моя смерть, по крайней мере, будет не напрасно. Хуйня, 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 что я делаю? Как говорится, everything went better than expected. А русский акцент лучше акцент английского. Ап, 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 все соснули? Хе-хе-хе, я еще и убить умудрился. Да, по-моему, это было красиво. Ой-ой-ой, ловите пидораса. Ну, что же вы делаете-то? Ну, фух. Ой, опять этого убил. Мне кажется, он уже там меня тихо ненавидит. А может, громко? Так, а генератор все еще стоит. Флаг или генератор? Генератор или флаг? Ух, нихуя себе. Откуда эта фракталь била? Что-то я не очень понял. Зелень какая-то была фрактальная. Ух, сколько вас тут пидорасов. Красиво я его убила. О, точно. Можно же вот так разгоняться. Нет, стоп. Сейчас я это сделаю. Черт, пока не получается. Ладно, идею вы поняли. Я ее как-нибудь воплощу. Сволочи. Плазмоганами. Хотя на самом деле я купил плазмоган. Теперь жалею. Такое говно получилось. Ап. Ай-яй-яй. Даже не убьет, небось. Да, даже не убило. Обидно. Эй, пацаны, у вас там какой-то хуй сидит на заду. Так. Надо немножко все-таки позащищать это местечко. Че он тут пытается вызвать? На самого себя тактику ставит? Ну ладно, он еще двоих убил. Так что, вот как
можно жить в таких условиях? Уже 2-3. Я бы стал панцуфайдером, но я знаю тут только один путь. Не считая лама, конечно. Так, ну-ка вот. Филд-тест этого пистолетика. Что-то, мне кажется, лучше бы у меня были сейчас в руках ножи. Хе-хе-хе. Щетка, дерзко. Ну что же ты? Эй, лошьё. Оп. Ну, может, и не лошьё. Окей. По крайней мере, мы вернули флаг. Так. Мне кажется, без моих очень ценных указаний они не догадаются, что нужно делать. Ладно, раз никто не хочет по мне стрелять. Фух. Так, интересно, прицепились ли они куда надо? Нет, не прицепились. Я невидимый, меня никто не видит. Упс, кажется, меня увидели. Твою... Свою и всех вообще. Почему я не могу попасть? Нет, это говно. Мне не нужен такой пистолет. Я выше этого. Нет, нет, я, пожалуй, наверх не полечу. Мне там не нравится, там страшно. Там люди стреляют. Ну. Такой прост... Нет, все, меня обратно на ножи с следующего раунда. Твою мать! Это определенно все ножи. Я здесь ни при чем совершенно. Ну, по крайней мере, я все еще на первом месте, по непонятным причинам. Наверное, потому что я играю в ТДМ, а точнее в арену, а не в КТФ. Ну, так неинтересно, так нечестно. Это больно и неприятно. Надо бы взять вот эту вот говнецку. Да, у меня снова есть энергия. О, четко. Молодцы, все молодцы. Что-то я не то сделал на радостях от того, что флаг вернули. Так. Карьера дефендить. Вражеского убивать. Флаг возвращать. Флаг захватывать. Ну уже, сделай это, ну что... Нет! Твою налево! Так, ну ладно, флаг мы возвращаем. Ааа, эти сволочи тоже вернули флаг. Ну, по крайней мере, это интересно. Нет, все, я не согласен с этим мнением, что это интересно. Это уже начало задалбывать. Да я рад за тебя. А вот... Ап. Ап. Вот это красиво было. Надо вон ту вон хуитку взять. Ап. И генератором кто-то сломал. Молодцы. Просто молодцы. И вот сейчас опять мы соснем. Безумный спам гранатами меня когда-нибудь сбесит настолько. Ну, 2-4. Вообще охуеть. Ага. Взял флаг. Скотина. Даже непонятно, что тут реинфорсить нужно. Дефенс или офенс? Так, кто его убил? Успею ли я за флагом? Может, успею. За ним, кажется, никто особо не бежит. Я, конечно, инфильтратор, вообще-то говоря, это не моя работа. Это не входит в мои обязанности. Этого нет в моей должностной инструкции. Но, кажется, нужно. Ну, верните уже флаг, а? Угу, какой-то темперал лох за мной летит. Никак не может. Ой-ой. Кажется, тут сейчас будет орбитальная бомбардировка. Твою мать! Так, по крайней мере, я еще жив. Но флаг опять не смогли ретривнуть. Ну, твою мать! Все, заберите у меня флаг. Я не выдержал... Ой, блядь. Только вот этих вот выстрелов мне тут и не хватало. Интересно, а если я сохранюсь? Меня ведь никто не найдет. Ой-ой-ой. Ну давайте возвращай!
твою налево! Как все хорошо начиналось. Все было впервые и вновь. Почему меня никто не защищал в конце-то концов? Я тут самый важный был с флагом. Ладно, похер, сейчас у меня будут деньги на еще один Orbital Strike. И тогда живые позавидуют мертвым. Так, кажется, по мне кто-то стреляет. Нет, это кто-то там мимо пролетает. Интересно, из пистолета это достал? Ничего так. По крайней мере, какая-то польза от этого пистолета есть. Ой, вей. Вот, летает сюда. Хе-хе, суицид. Хе-хе. Так. О, ну сейчас я буду свою фрустрацию. О, 3-4. Вымещать на... Твою скотину налево, блять, пидорасы! Извините. Вот мудак, а? Вот видел, что я подхожу к нему. Он сейчас прирежу с одного удара. Нет, нужно было своим уебищным девастратор спинфузером долбануть, который в принципе не может дать ваншот килла. Зачем так жить, пацаны? И вот я даже вместо того, чтобы ускориться, замедлился. Нет в жизни счастья. Человек создан, чтобы страдать. Как солнце, чтобы светить. Ой-ой-ой, нет, фракталь мне не улыбается. И тут фракталь. Ну, сейчас она закончится. Давай, заканчивайся. Твою налево, это что, уже новое? О, снайпер. Ну, вымещать фрустрации. Жалко, энергия кончилась к этому моменту, я бы его прирезал. Опа, пока я тут хуйню занимаюсь. Твою мать, не рассчитал. Счастье было опять так близко. Ну хотя бы успеть долбануть. Даже не успел. С другой стороны, 3-5 это не так плохо. Это не 5-0, не 0-5. Что-то я там получил. На, наверное, к пистолету апгрейд. Ну что, друзья, так играть не надо.